Рад приветствовать на канале. Как и говорили в прошлом видео, приехали побить вот эти лужайки, которые нам, в общем-то, ни разу до этого ничего не давали особо. Вот. Вчера подняли здесь сломанный... Опять слово забыл. Створку отскладили. Форточку. Вот. Первый сигнал. Ну, уже, конечно, не первый. Сейчас покажу. Оп. Извиняюсь за тряски. Гинга 49-й, да? Угу. Лизина. 49-й год. Лизавета не меняла рандомный формат. Ну да. Идем туда прямо. Из земли появляется гиречка плоская. Целенькая. Что не может не радовать. Жарко. Ехали, уже 19 градусов было там в 9 утра. Сейчас ну как-то будет еще жарче. Ну там Игорь, я вообще не вижу его. В кадре он, не в кадре. Вообще ничего не видно против солнца. Солнце засвечивает все. А у нас вот такая находочка. Маленькая-маленькая. Малюсенькая, детская, но обручальное колечко. В общем-то, раньше обручали детей чуть ли не с колыбели. Вот такой вот малюсенькое. Я не могу сказать, что у меня большие пальцы. Но оно... Не могу сказать, что у меня большие пальцы, но оно с трудом налезает мне на мизинчик. Вот такое. Скатано из монетки. Неровное, медное, малюсенькое. Вот так. Итак, следующая находка. Здесь не частые находочки, но очень интересные. Смотрите, какой крестик прикольный. Опять же, я не знаю, что это. Каких это годов, тоже сложно сказать. Подсказывайте. Так, еще сигнал. Он там рядом с крестиком недалеко. Какая-то маленькая монетка убитенькая. Похоже на петруху. Да ладно. Ну только очень убит. Ну, это понятно. Судя по курице. Сдам. О, да, слушай. И эти вокруг. Но, к сожалению, она не выжила. Да что там онлайн? Выпало. Точно, точно выпало. Что там еще? Червяк. Звенит. Угу. Любимый. Что там? Вещи. От пробки? Нет, это застежка медная. О-о-о. Кусочек застежки. Язычок. А, понял. Такая вот фитюленька. Фитюленечка. Жарко. Отвыкли мы. О, муха. Отвыкли мы за зиму. Потерял в смысле. Оп, нашел. Отвыкли мы от жары за зиму. Привыкать придется. Зимой было хорошо. Зимой кайф, да. По той-то полянке находились пока. Больше ничего особо не нашли. Там жарко, там ветра нет. Решили уйти сюда, на большое. К нам на любимое и пойдем опять туда, к
клещевали. Пуговелька. Ну, крупная. Крупная. Что у нас? Фокусы. Мокусы. Вот такая гиречка. Сейчас папу. А дай колечко. Вот, малышенька. Идем туда. Здесь хорошо, на этих полях. Ветерок. Положи мне на руку. Люб сигнал хороший. Ну да, для медного бунта. В общем, совсем неплохой. Там даже буквы какие-то видны. Да непонятно, медный бунт или подделка, потому что она с белыми какими-то краями. Не знаю, да нет такая. Но она медная, она не серебряная. И штуки 4 пуговки гирьки. Что-то их не снимали. Хорошенькие, целенькие. Угу. Движемся. Так, выскочил, да, монеточка. Смотрите. Сохран, покажу. Это же что ж так темно. И вот она красная. А сохран почему? Сохран, да, красный. Неплохой. Посмотрим, что сейчас мне через час будет на кислороде. И хайк-то ее к себе в воду. Следующий сигнал. Деньга, 97-го года. Павел Первый. Сохран не очень. Ну да ладно. Так, следующий сигнал. Почему я хочу вот эту часть пробить? Я здесь... Доставал Николай Первый. И трешка доставала здесь. Край вот этот почему. Николай Первый. Пойдет. Был проволочный сигнал. И вот малюсенький крестик. Но целый. Что, в общем-то, приятно. Люблю я эти места. Подошли к местам, где советов попадалось много. Выпрыгнула. Выпрыгнула ВРПшечка. Вот так. Прячемся. Ну и гирька чей-то. Ой, как хорошо-то, а. Следующая монетка. Не видно, конечно, ничего сейчас уже. А два. Какой ты говоришь год? 58. Ой, 58-й год. Ну, не видно же. Ну, бог его знает. 58-й. Ну, убито. Ну, понятно. Ну, там трава, пашня, вот край. А тут трава. Сейчас посмотрим, здесь есть клещевятник или нет. Сигнал интересный. Какая-то хренобора очередная. Украшающая. Можно карету построить, ё-моё. Со всеми причиндалами. Гнутая маленько. С цветочками. С цветочками, с лепесточками, потом с фоткой. Интересно. Чуть подлунная. Ну и келевик. Что всегда приятно. Подошли вот к такому замечательному месту. Очаровательное. Просто очаровательное место, да. Самое как любимое. Мы ее называем клещевальней. В прошлый раз, когда мы здесь были, на предыдущих видео, я туда залез. Корм клещу. Да, и это да. Но мы туда не пойдем. Хотя очень хотим.
Я не вижу против солнца сейчас. Ну вот прям вот верхушка. Я вижу его, я не вижу куда. А, о. 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 Гнездо чье-то. Сигнал. 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 Ух ты, ё-моё, она еще и в сохранчике в более-менее. Все нечастые монеты, но почему-то все более-менее. Хотя с наших угодий обычно они все ушварканные. Вот куча гирек. У меня примерно столько же. Сегодня с утра обмолвились в воздух. Что-то гирек не находили давно. Десяточек там выдали, наверное. Ой, куда я пошел? Пойдем сейчас вон туда прогуляемся, где грош тогда я нашел серебряный. Итак, следующий сигнал. У меня пуговка очередная. Здесь двушечка. Для низкопрофильных, ну, общем, вполне себе приличный сахар. Даже ничего. Пойдет, пойдет. Все пойдет. Тут 3 дня хрень собирали. Разведка. Ну, разведками, да, надо места-то искать. Один хрен вернулись на любимые поля. Как же хочется в клещевальню. Ходи. Не пойду. Ну ладно, поздоровайся. Я там был уже в прошлый раз. Больше не хочу. Ходи поздоровайся. Да, ладно. Все, идем к машине. Сварились окончательно. Жарко, непривычно. Запеклись. Плечи вон. Все хорошо. Еще одного РП. А, где фокус? Фокус. Как всегда убито. Идем к машинке. Итак, завершающие находки сегодняшнего дня. Ну, в общем-то, так. Походили. Душу отпили. Хорошо. Птички поют. Уже стемнело. Снимаем от дома. Там перегрелись. Выкладываем. Я не буду их отпускать. Ну да, и кучу гирек и пуговок. И, кстати, вот эта жалко сломанная, но она с гербом Ярославля. Да, оказывается, пуговка с гербом Ярославля. Ну что у нас тут? Крестики. Сломанные и не сломанные. Интересные и не очень. Кучка монет. Екатеринская, по-моему, да, палочка, да, у нас неплохая. Да, в великолепном сохранении. Ну, мы ее прикрепили, вы уже видели. Говорится. Так, что у нас там еще? Двушка в хорошем сохране, копейка. Медный бунт читаемый. Да, достаточно темно уже, пытаемся снимать. Куча пуговиц. Вот. Вот как так за один день. Птицы поют, у нас хорошо. Вот. Сломал. И соседи идут. Не поедете. Все, на этом прощаемся. До скорых встреч.